Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Привет! А меня зовут Женя, и вы на ее канале «Сладкий персик». Да, думаю, вы все его уже знаете. Мы вместе проводим прямые эфиры и частенько вместе делаем распаковку. Вообще, это мой муж, как бы. Ну, вообще, это такое. Между слов. Сегодня у нас распаковка Sammy Beauty косметики, вот такая вот коробочка. Ага. И Женя мне поможет ее открыть и прокомментирует. Вечеринка для дня рождения. Дня рождения. Прикольная упаковка с долларами, на которых вместо президента. А может, это, кстати, новый президент Америки? Возможно. Напишите, да. Пожалуйста, я просто не особо слежу за политикой. Какая-то девушка. Ну, это Оксана Самойлова, чей бренд косметики. Да, серьезно? Да. О. Она свою валюту выпускает. Твоя любимая — это розовые бумажечки. Волосы начнут выпадать, кстати, можно. Или борода. Да, борода. На Новый год. Это чек себе не надо, не смотри его лучше. Хорошо. Сколько ты из семейного бюджета, да, потратила на наборчик? Это... Так, короче, тут это... больше разбираешься ты. Разогревающая маска для лица и охлаждающая маска для лица. Все логично. Разогревает, охлаждает. Да. То есть, как было, так и стало. И еще что-то там есть, как будто. Еще какая-то штучка есть. И это у нас концентрат для косметического льда. Что это, боже? Что это такое? Концентрат для... Ice Cube, кстати, такой есть рэпер-исполнитель. В общем, помнишь? Здесь нужно почитать инструкцию, да, как это все делать. Холодная и горячая маска, в общем, вот. Интересно, их друг за другом надо наносить или как-то чередовать? В понедельник одна маска, вторник другая, не знаю, надо проверить, посмотреть. Угу. Давай проверим. Вот это, кстати, очень интересно. Что это такое за концентратор льда? То есть первый раз мало... в жизни вижу. То есть это получается мало льда? Концентратор — это что такое? Мало льда? Концентрат. Концентрат, да. И мало льда, его получается выливаешь, разбавляешь водой, и много льда, так? Это вообще непонятно. По крайней мере, с концентратами вот там для автомобилей, например, в стеклоомывающей жидкости есть концентрат, маленькая, наливаешь, задаешь, разбавляешь. Концентрат. Еще одна коробочка у нас тут есть, еще у нас всего одна две. Коробочка. Скажи мне, пожалуйста, у тебя что, целлюлит? А что, против целлюлита? Ну, это так чисто для профилактики на лето. Так чисто. Чисто для профилактики, да. Антицеллюлитное обертывание для тела и сыворотка для тела. Ну, как бы, лишним не будет, в общем. И здесь у нас два тюбика. Это что? Это обертывание, да? Обертывание. Ты у меня спрашиваешь? Обертывание и сыворотка, которая наносится, видимо, после. Ага. Хочешь, тоже поделай. Так, а как делать? Не знаю, надо посмотреть. Ну, обертывание так наносишь и ходишь потом, а потом наносишь сыворотку на чистую кожу массирующими движениями. Главное, что написано «С любовью к твоей коже». With love for your skin. И больше я ничего не понимаю. Короче, распаковка сегодня короткая у нас. Антицеллюлитная. Две маски, какая-то непонятная штука и антицеллюлитные, да, штуки. Еще одни. У меня целлюлита нет, но ты говоришь, мне надо делать, чтобы, просто, не, да, чтобы и не появился. Я вообще не знаю, бывает мужчин. Я вообще муж послушный. Мне жена сказала мазать антицеллюлитным кремом. Я и мажу. Вот и все. Ладно, друзья, будем тестить и обязательно напишем отзыв. Да. Всем пока. Всем пока.